«Пораскинь мозгами». В Иванове прошел турнир по спортивному «Что, где, когда». Игра в этот раз особенно важная. На кону кубок главы города. Побороться за главный приз пришли более 150 человек из 27 команд. Участники – это любители интеллектуальных игр нашего города, которые играют в самые разные игры. Не все из них играют «Что, где, когда». Для некоторых эта игра будет первым опытом. Возраст у нас здесь от 17 до 60 лет. То есть все возрасты покорны этой игре. В соревновании решил принять участие и сам мэр. Все игроки настроены серьезно. Автор вопросов – известный телезнаток Михаил Скипский. И чтобы ответить правильно, участникам нужно хорошенько подумать. На размышление, как всегда, дана одна минута. У нас в городе много событий, которые позволяют вот так вот людям собраться. Не все, к сожалению, об этом знают, но стараемся сделать вот такие мероприятия более известными, более популярными, то, чтобы люди, живущие в городе, могли собраться и интересно провести время. Здесь царит настоящий спортивный азарт. Игроки шумно радуются и аплодируют, если ответили правильно, и громко сокрушаются, если ошиблись. Участники рассказывают, подготовиться к состязаниям невозможно, как и предугадать, из какой области знаний будут вопросы. В этой игре эрудиции не главный помощник. Нужно умение рассуждать. Что нас всех привлекает? Нас всех привлекает тот драйв, который ты испытываешь, когда отвечаешь на вопрос. То есть, когда слышишь вопрос, сначала не понимаешь, в какую сторону нужно думать, а потом, в конце концов, общими усилиями находится ответ. И когда ведущий говорит, что ответ правильный, это удивительно просто, это прекрасное чувство. По итогам интеллектуальной битвы лучшими стали знатоки команды «Фордевинд». Именно они унесли с собой главный приз турнира – статуэтку совы. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.